Административно-деловой центр Шымкента с пометкой «Деловой». Здесь недалеко находится Акимат. Это новый Шымкент, в истории которого начинается новый этап. Аким Шымкента начинает свой обход с домов. Он уже осмотрел квартиры, поговорил с застройщиками. Новые 8 многоэтажек сдадут уже в этом году. Глава Шымкента Мурат Айтсенов осматривает новое жилье. 8 12-этажных домов сдадут очередникам уже в этом году. Аким ставит конкретные задачи. Качество должно быть превыше всего. Каждый заселившийся должен остаться доволен. Здесь, в микрорайоне Нурсате, сойдется 8 кредитных жилых домов. Начало в 2018 году. Совершение планируется в мае 4 дома, до сентября оставшиеся 4 дома. Это порядка 600 квартир. Порядка 600 квартир здесь. Ну, в среднем по статистике где-то 240 тысяч квадратных метров сейчас по городу Шымкент. По городу. Это средняя цена. Средняя, да? Цена. А вообще от чего она зависит? Рынок. Следующий объект – дома в микрорайоне Туран. Айтсенов возмущен кривыми потолками. Что-то потолок из своего. А? Его? Видите? Сделал замечание по поводу потолка. Как исправлять будете? Как нормальные, хорошие строители будем исправлять. Да. Как? Чистовую сделаем. Ну вы согласны с замечанием, Аким? Ну да, есть. Что есть? В некоторых местах есть замечания, которые показал. А много показал. Таких мест? Нет. Таких нету, почти что нету. Я думаю, он оставил для меня, чтобы я замечание сделал. Я думаю, такой вопрос. Мы в любом случае будем проверять данный вопрос. А вот домами в Шымкент-Сити городской глава остался доволен. Единственное, о чем напомнил Мурат Айтсенов, новоселы должны заселиться в квартиры в установленный срок.